Тыква является одним из старейших оккультуренных овощей на Земле. Растение попало в Европу из Южной Америки и быстро приобрело широкую популярность. Сегодня мы расскажем вам о некоторых полезных и удивительных особенностях этого овоща. В плодах, листьях, цветах и семенах тыквы находится множество полезных веществ. В растении содержится большое количество каротина, цинка, витаминов С, Е, К и Т и витаминов группы В. Вы удивитесь, но если регулярно употреблять в пищу семена тыквы, то значительно снизится риск возникновения онкологических заболеваний. Но в мякоти содержится провитамин А, который способствует предотвращению рака легких и нейтрализует действие определенного количества никотина, содержащегося в сигаретах. Кроме того, в мякоти растения много магния и калия, которые способствуют укреплению стенок сосудов и снижению риска сердечно-сосудистых болезней. Содержание в тыкве железа, фосфора и меди обеспечивает необходимый уровень гемоглобина и способствует оптимальному обмену веществ в организме. Плоды растения являются низкокалорийными и не содержат крахмала с холестерином, поэтому тыкву часто рекомендуют во время диеты. Употребление даже очень полезного продукта должно быть в меру, а также всегда необходимо учитывать противопоказания. Так, тыкву в сыром виде не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при наличии камней в почках и желчном пузыре. Употребляйте тыкву, учитывая противопоказания, и она принесет вам исключительно пользу и приятные вкусовые ощущения.